В этом видео я хочу поделиться несколькими секретами выращивания томатов, про которые не знают большинство дачников. Ими пользовались мои предки, ими пользуются мои друзья и я сам. И сегодня хочу рассказать про два важнейших секрета, которые помогут вам вырастить троекратный урожай спелых и вкусных томатов. Первый секрет заключается в правильном мульчировании почвы. Через 2-3 недели после высадки рассады в почву грядки нужно замульчировать сеном или соломой и сверху выложить компост или слой торфа. Это поможет почве всегда оставаться рыхлой, защитит растения от вредителей и разных болезней. А второй секрет – правильная высадка рассады. Чтобы томаты давали плоды в максимально интенсивном темпе и помидоры были сочными и крупными, нужно высаживать корень рассады не под прямым углом в землю, а под углом в 30 градусов по направлению с юга на север. Это поможет растению и плодам тянуться к солнцу и интенсивнее расти. Лично в моем случае такие две маленькие и, казалось бы, незначительные вещи помогли увеличить урожайность в несколько раз, и томатов хватает и на нужды семьи, и на продажу. Всем хорошего урожая!